Кафедра экономики промышленности – одна из ведущих выпускающих кафедр Российского экономического университета имени Плеханова, Центр реализации образовательных программ и научных исследований. В 2021-2022 учебном году вместе со 115-летним юбилеем Плехановского университета кафедра отмечает свой юбилей – 75 лет. Кафедра юбилей, 75 лет, действительно. Мы основаны сразу после войны, когда восстанавливалось народное хозяйство страны в 1946 году. История кафедры берет свое начало с кафедры низового планирования Московского планового института. Период ее основания пришелся на 1946 год. Это было время восстановления народного хозяйства после Великой Отечественной войны. С развитием кафедры неразрывно связаны имена крупных советских и российских ученых – профессора Соломона Каменицера, профессора Льва Итина и других. С 2014 года по настоящее время заведующим кафедрой является доктор технических наук профессор Андрей Владимирович Быстров. Весь спектр образования, начиная от бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, докторантуры она охватывает. В настоящее время кафедрой осуществляется подготовка бакалавров по профилям экономика предприятий и организаций и производственный менеджмент. На кафедре открыты три программы по подготовке магистров: экономический консалтинг, экономика высокотехнологичных предприятий промышленности и экономика организаций. В 2016 году на базе кафедры открыта научная школа «Промышленная и экономическая безопасность». Два раза в год кафедра выступает организатором международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития промышленности России», в рамках которой с докладами выступают известные российские и зарубежные ученые, изучающие проблемы экономики и управления индустриального сектора экономики. Коллектив кафедры – это профессиональный профессорско-преподавательский состав, формирующий академическое поле, которое в то же время создает условия для прикладных проектов и разработок. Нынешним коллективом кафедры и научной школой экономики промышленного производства подготовлено более 1000 докторов и кандидатов экономических наук, которые продолжают трудиться не только в России, но и за рубежом. Кафедра осуществляет международную деятельность, несколько вузов-партнеров за рубежом. Одним из ведущих партнеров является ведущий американский университет Эмбри-Риддл, где наши студенты периодически осуществляют свою практику. Во Флориде, как раз рядом с космодромом на мысе Канаверал, мы работаем с разными направлениями и с высокотехнологичными компаниями, такими как Ростех, Роскосмос, концерн ПО «Алмаз-Антнефть». Студенты нашей кафедры регулярно, помимо теоретических знаний, приобретаемых в стенах университета, проходят практику на предприятиях реального сектора экономики. Заведующий кафедрой Андрей Владимирович Быстров регулярно выступает в качестве эксперта в средствах массовой информации на телеканалах РБК, ОТР, НТВ, «Россия-24», на радиостанциях «Вести-ФМ», «Бизнес-ФМ», на сайтах информационных агентств «Регнум», «Росинформбюро», «Спутник», «РИА Новости» и другие. При кафедре работает диссертационный совет. Все аспиранты кафедры и докторанты кафедры успешно защищают диссертации. И мы всех приглашаем и ждем на нашей кафедре, на образовательных программах и программах повышения квалификации. На кафедре ведется активная издательская деятельность. В 2021 году учебник «Экономика предприятия, организации, фирмы» авторского коллектива кафедры экономики и промышленности РЭО победил в международном конкурсе учебной литературы «Прознание», став лучшим в номинации «Самый читаемый электронный учебник в области экономики и управления». Поздравляю весь коллектив кафедры экономики и промышленности с юбилеем. 75 лет – это очень значимый юбилей. Успехов, коллеги! В год празднования 75-летия кафедры экономики и промышленности можно пожелать и в будущем сохранять традиции, двигаясь вперед и формируя новые активы знаний и профессионализма.
Дорогие друзья, позвольте поздравить вас с юбилеем кафедры экономики промышленности. Нам 75 лет.